Акция телеканала «Дон-24» к чемпионату мира по футболу 2018. Собаку-футболяку домой забирай-ка. Мы будем знакомить вас с самыми обаятельными бездомными собаками-футболяками. Кто-то из них вам обязательно понравится. Отдай лапу. Дай. Ой, какая лапа. Отдай еще. Ой, какая лапа. Еще Пегас знает команду рядом, сидеть, целоваться и даже умеет летать. Имя ему дали в честь греческого крылатого коня. В молодом песике столько энергии, что даже самый высокий забор для него не преграда. Еще щенком, искусанного собаками Пегаса, со стройки забрали волонтеры. Как память о тяжелом детстве, на правом глазике осталось бельмо, но зрение у собаки на отменное. Пегас уже полтора года живет в приюте, но жизнелюб и альтруист с греческим именем уверен. Скоро миф станет явью, и он полетит навстречу к своей новой семье. Кому приглянулся Пегас, звоните 8 928 117 62 23.